Добрый день, мои хорошие. Вчера мы с вами пролили водичкой этот ящик, который простоял всю зиму на балконе. Земля высохла, я ее водой пролила. Сейчас надо будет ее немножечко взрыхлить, землю. Вот так вот мы ее взрыхлим кошечкой. И будем с вами сейчас сажать. Ну, достаточно. Земля рыхлая, как видите, хорошая. И давайте сажать то, что я обещала. А сажать мы с вами будем сегодня лук, который мы вчера с вами замочили. Прошли почти сутки. Больше держать лук в воде не стоит, чтобы корни не проросли и при посадке мы их не поломали. Поэтому через сутки уже надо сажать. Можно ночь просто продержать и на следующий день посадить. Ну что, приступим? Посадили лучок, остается только полить водичкой, чтобы земля поближе к корням примкнула. Ну и лук вообще любит водичку, много воды. Поливать лучше каждый день. Он растет быстро, воду быстро забирает, поэтому нужно поливать ежедневно. Ну, в крайнем случае, уже смотреть по тому, как насыщена земля водой. Лучше, чтобы она всегда была влажная. Ящик стоит под лампой, ну или почти под лампой. И здесь светло, сейчас время года такое, когда, в общем-то, хватает света. Я думаю, что лук вырастет довольно быстро. А у нас здесь, давайте посмотрим, что я вам еще сейчас покажу. Я не знаю, показывал я или нет, но вот хочу еще раз показать, если вы видели. Вот тут у меня елки выросли опять. Опять елки. Вот, видите? Вот елочка. Вот она, маленькая. И вот там другая есть. Она только, видно, вылезла еще. Даже не ощетинилась как следует. Видите, маленькая какая. Подрастут, пересажу. Ну, елки, наверное, если вырастут, то я их куда-нибудь на улицу посажу. Возле дома. Пусть растут. Ну, а на сегодня все. Посадки пока закончились. Осталось у меня немножко лука, не рассчитала я. Вот такое количество еще осталось. Сейчас какой-нибудь ящичек возьму и посажу в ящичек. И пусть растет. Лука много не бывает. Когда его бывает слишком много, то есть вот целый ящик, когда это я его съем одна, я его просто срезаю в пакетик зипа, замораживаю в холодильнике. Делаю плоский пакетик и замораживаю. Ну, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Буду показывать, как будет расти лучок. Всем доброго здоровья и пока-пока!